17-й фестиваль национальных культур прошел в Иванове. Под одной крышей городского центра культуры и отдыха собрались азербайджанцы и татары, белорусы и дагестанцы. По традиции программа началась с национального подворья в фойе ЦК ИО. Ивановцы смогли увидеть национальные костюмы, предметы быта, книги, флаги. А в зале всех гостей фестиваля ждал праздничный концерт, подготовленный представителями национально-культурных объединений города Иваново. Чем мы больше узнаем культуру других народов, мы тем ближе становимся. Поэтому нам надо понимать, научиться понимать друг друга, знать тонкости народные. И поэтому, я думаю, вот такие выставки, такие фестивали, это сегодня изюминка, это особенность сегодня нашего города. И поэтому я убежден, что такие фестивали должны проходить и дальше. И мы постараемся, чтобы такие фестивали были поддержаны всеми уровнями власти.